Это Грет Ревьюв. Великий обзор. Друзья, всем доброй ночи. И я не просто так сейчас вышел в эфир. Ну, во-первых, хочу с вами поделиться великолепнейшей, шикарнейшей, с пылу жару, просто вот горячей новостью для всех обладателей Sony PlayStation 4. Да и вообще Соньки. Sony назвала дату проведения PlayStation 4 Experience 2017. Да. Я смотрел всего лишь две. Это 15-ю и 16-ю. И вот в этом году обязательно посмотрю и сделаю эксклюзивный обзор. Почему она выходит... Сейчас я прочитаю заголовок. Она выходит... Состоится с 9 по 10 декабря. Почему я сейчас? Еще до декабря уйма времени. Вы спросите, почему я сейчас рассказываю об этой новости? То, что уже все желающие прямо сейчас, прямо с сегодняшнего дня смогут купить билет. Они есть, но на официальном сайте Sony. Поэтому, друзья, билет на мероприятие Sony Experience 2017 уже поступили в продажу. И вот сама новостейка. Во время E3 2017 компания Sony назвала дату проведения своего традиционного крупного мероприятия PlayStation Experience 2017. В следующий раз поклонники игр на консолях PlayStation 4 соберутся в Калифорнии. Жар! Солнечной Калифорнии в выставочном комплексе в Анахайме 9 и 10 декабря. Во время мероприятия пройдут показы и анонсы, посетители смогут познакомиться с новыми и будущими играми. Пройдут также киберспортивные турниры, и в прошлом году именно на PlayStation Experience состоялись матчи Call of Duty World Legacy Innovational. Вот такая вот хорошая новость, друзья. Поэтому уже именно сейчас, пока лето, вы можете купить билетик и уже готовыми быть к 9 и 10 декабря этого года. Напомню, выставка состоится 9 и 10 Sony Experience 2017. Все, друзья, доброй ночи, играй только в лучшее. И, конечно же, неважно, консоль это или ПК, главное, чтобы была игра, та, которая тебе действительно будет нравиться. Я так считаю. Друзья, лайк, дизлайк, подписка, адрес.